Вот в этот подъезд по улице Кайманова, 3, пытался зайти в нетрезвом состоянии мужчина с обрезом ружья в руках. Сотрудники полиции вовремя заметили его и попросили положить оружие. Сопротивляться он не стал и сразу сдался. Охотничье ружье 16-го калибра он переделал в обрез. Именно с ним нижнекамец и разгуливал во дворе дома. Сотрудники полиции вовремя обратили внимание на странное поведение мужчины. Вышли из автомобиля, начали подходить. И он, соответственно, к нам спиной стоял и начал поворачиваться. И в этот момент я в руке у него увидел, соответственно, оружие, обрез. Ну и начал снизу вверх поднимать его, направлять в мою сторону. Ну, соответственно, после чего согласно со федеральным законом о полиции. Достал табельное оружие, командовал ему бросить оружие. Повезло, что бросил, понял. Соответственно, не пришлось применять табельное оружие. Ранее задержанный был судим. Сейчас ему грозит немало срок лишения свободы за незаконное изготовление и хранение оружия. Алсу Рахматульна, Максим Липин, новости НТР.